И, ребята, всем привет-привет, ребята! С вами Анитар и вы на моем канале. Но перед началом этого крутого видоса не забудь подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. Ну а сегодня будет обзор этого обновления с Хэллоуином. Просто посмотрите, у нас тут добавили такую новую локацию. Она очень-очень красивая, мне очень нравится. Даже посмотрите, что тут плавает. Тут плавает какая-то лодка. Давайте попробуем на нее запрыгнуть. А, она какая-то непрозрачная, невидимая, что ли. Ну, просто посмотрите, это новый домик. Давайте зайдем туда. И, кстати, я уже заработала 4250 конфеточек. Вот. Вскоре, через 6 дней, выйдет этот самолетик. Через 20 дней какие-то новые питомцы. Ну, это вроде лошадка и какой-то, не знаю, какие-то питомцы странные. Ну, а давайте обозревать это обновление. Так, тут игрушки всякие, вот. Ну, это не очень интересно. Так, через 6 дней выйдет вот это вот мотоцикл. Давайте пока что отклоним трейд. Вот, вот такая машинка есть. Вот, она стоит у нас сколько? 15500 конфеток. Ну, в принципе, вот очень прикольно, посмотрите. Плюшевая игрушка. Дальше тут не очень так и интересно из этих, из игрушек и так далее. Но посмотрите, тут можно за робоксы купить достаточно недорого конфетки. Но посмотрите, какие тут питомцы добавились. А, кстати, вот еще такой вот за 75 тысяч, как Shadow, типа такой мотоцикл. Так, злой Василиск. Он стоит 60 тысяч конфеток. Химера. Стоит 110 тысяч конфеток. Или сколько? Ну да, 110. Очень дорого. Так, за робоксы. 1000 такой лавовый дракон. Как-то, конечно, странный перевод. Слизняк. Он стоит, в принципе, 9 тысяч конфет. И это недорого. Я вот... У меня уже 4250. Дальше Василиск обычный. 25 тысяч конфеточек. И вот, смотрите. Дальше у нас вот есть такая дорожка. Ой, подождите, Неон флайпанду подарили. Спасибо. Просто посмотрите, какая прикольная. Ой. Флай. Вот, такая прикольная. Ну и дальше тут есть такая комната. Я вам сейчас покажу. Благодаря одной игре я заработала 4250 вот таких вот конфеточек. Вот. Но сейчас пока что игры нету. Мы должны подождать. Следующая игра у нас через 11 минут целых будет. И там будут плиты. Так, он что-то еще хочет подарить? Все, все, ребят, смотрите, игра начинается. Ой, простите. Вот, мы сюда встаем. И нам надо подождать. Вот, и чуть-чуть попозже, когда пройдет 1 минута, я вам покажу, что дальше делать. Ну, ребята, остается совсем чуть-чуть времени. Вот, 5, 4, 3, 2, 1, и пуск! Смотрите, у нас будет... В смысле, это уже какая-то другая игра? Или подождите, я что-то просто не понимаю. Так, что это за игра, я не пойму. Так, я просто не пойму, что тут делать, ребята, я не понимаю, что тут делать. Так, ребят, я просто постояла на месте, и мне дали 800 конфеток, я просто в шоке. Если честно, это какая-то странная была игра, но мне дали зато 800 конфеток просто так. Я даже не знаю за что, я просто постояла и все. Но, как видно, там еще идет игра. Ну, ребята, мне опять мой подписчик кидает трейд, я не знаю, что он вообще хочет мне подарить. Красный журавль, просто спасибо. Напишем ему спасибо. И просто посмотрите, он еще дает какую-то корону. Я просто не знаю, еще он мне подарил Neon Fly. Ой, я нечаянно. Ты попала в видео, и тебе подарок. А, он тоже на свой канал снимал видео. Ну ладно, давайте соглашаемся. Просто спасибо тебе огромное. Но, ребята, пока это идут 10-30 секунд, то не забудь подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ну, мы соглашаемся, он тоже соглашается, просто давайте напишем спасибо. И попрыгаем, потому что это очень прикольный подарок. Ну, ребята, я уже дома, и
Вот, я вам хотела еще кое-что показать, то, что нам добавили. Так, это не то вроде сейчас. Вот, Хэллоуин. И нам добавили вот такую мебель. Если честно, когда выходят какие-то обновления, я мебель не покупаю, потому что, ну, она мне не нужна. Ну, ребята, я еще раз попробую сюда войти и посмотреть обновление. Ну, ребята, когда, кстати, я вот ждала, это было за кадром, оставалось очень много времени, я просто сюда установилась, и у меня, получается, само, типа, игра начиналась, так что так. В принципе, я даже не знаю, как это работает. Ну, ребята, я уже буду заканчивать это видео. Надеюсь на поддержку, лайк, подписка, комментарий. И обязательно не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, ссылочка на него будет в описании. Ну, надеюсь, вам понравилось это видео. И, конечно же, надеюсь, вам понравилось это обновление. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока!